Привет всем, меня зовут Сергей. Я являюсь представителем независимой команды разработчиков. Наша команда называется Paper Pirates. В данный момент мы разрабатываем хоррор-квест по мотивам произведения Эдгара Аллана По «Колодец и маятник». Наша игра по-своему уникальна, так как это первая игра по данному произведению. Основными особенностями нашей игры являются стильная 2D-графика, атмосферные саундтреки, следование сюжету книги, исторически достоверная архитектура помещений и одежда персонажей, а также наличие разнообразных мини-игр в ходе прохождения игры. Для создания игры нам требуются денежные средства. Это пойдет на дополнительную анимацию, на дополнительные саундтреки. В данный момент у нас есть 4 мелодии, но необходимо как минимум еще 6-7 саундтреков в данной игре. Также планируется озвучка персонажей, как известных вам судей, так и мысли главного героя. Вот. При успешности данной игры мы планируем сделать серию игр под названием Horror Episodes и сделать несколько эпизодов по произведениям Эдгара Аллана По и Говарда Лавкрафта. Вам известны эти произведения, это «Зов Ктулху», «Хребты безумия», «Падение дома Ашеров» и многие другие. Вот. Надеюсь на поддержку любителей произведений Эдгара Аллана По, также фанатов творчества Говарда Лавкрафта, возможно, Стивена Кинга и других авторов, которые пишут в данном направлении. Также надеюсь на поддержку всех любителей квестов и хороших игр. Спасибо за внимание.